снова на границе. Провожаем Дершата, который вот сейчас тоже подает на убежище здесь, на границе. Вот как раз. Дершат, волнуетесь? Немного есть. Понятно. Что бы хотели передать тем, кто планирует последовать по вашему пути, те, кто больше не может терпеть то, что с ними происходит в Кыргызстане? Ну, действуйте так же, как и я. Езжайте там, где вас поймут и где лучше, наверное. Понятно. Так, мы идем на границу Соединенных Штатов.